Друзья, всем привет! Я на рыбалке, нахожусь в районе Стародубского. Сегодня у нас 2 февраля, погода прекрасная, ветер небольшой, отжимной, ну, не сильный. Хопа! Так, что там, блин? Наверное, навага. Нет, зубарь. Зубарик привас, вот второй только пришел, второй зубарик, вот ловлю. Вчера связал вот такие вот крючочки, пошел, вот второй уже отличный, пахнет просто огурчиками. Вот, ну продолжаю. Вот люди сидят, они там получше подтягивают. Ну, сейчас я посмотрю, как у меня будет. А то у меня гирлянд я навязал. Ловлю я. Вот, трещина. Санками долбанул. Дырка оказалась хорошая. Прорубь. Вот он. Хороший зубарь пошел. Хороший. Так. Запутался. Сейчас я тут еще. Есть. Пошла жара. Жара идет. Ох, как он идет. Красиво. Я его подсек. Походу его там хорошенечко. Ох, какой рассвет красивый. Солнышко как встает. И люди сидят, подергивают. Хорошо вон таскают. У меня пока ни одной наваги нет. Еще вот он. Хорошая гирляндочка. Эх, зацепился за хвостик. Есть еще один. А, это уже у меня навага. Навагу в сторонку. Сразу будем в пакетик собирать, так как лед не очень надежный. Еще и отлив, ой, прилив, правда, сейчас. Но ветер отжимной, мало ли, хоть он и небольшой. А там все хорошо таскают. Очередная поклевка. Очередная поклевка хорошего зубаря. Ух ты! Ну, навага прям подо льдом вот тут ходит. В майне прям я увидел. И лучше бы это был зубарик. Что-то тяжелое, наважено, что ли. Ох, какая. Такой мы наберем, нарежем себе.
напожарить и посушить. Хорошая навага. Навага глушит, как из бочки. Это капец какой-то. Зубарик. Так. Через один. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Вот очередная. Хотя, может быть, не наважен. Покрупнее беру, а остальную все обратно в провод. Да елки-палки. Так вот он. Покою не дает. Головы поотрезаю, чтобы полегче тащить было. Вот опять поклевка. Там ее тьма просто. Вот, подсек. Клюнула. Толстенькая, с икрой, видать. Ах ты ж. Да что? Крючки без бороды, вот так даже слазит она. А вот такие зубарики попадались. Рыбы тьма, блин, тьмущая, до дна не успевает долетать, по три штуки, но все не то, блин, все навага, погода вообще шикарная, вот сейчас морозец чуть-чуть отпустил, вот я зубарика тут на этой лунке подергал и навашки покрупнее оставил. Сейчас покажу, как они будут, как с пулемета. Опять навага. Тянет вниз. Во все стороны. Крючок уже один оторвало на новой гирлянде. Так, беру уже через одну. Потому что еще и на берег же ее нужно дотащить. Зубарь есть, поклевывает. Вот, возможно, зубарь. Хотя, навряд ли. Очередная. О, тяжесть. Одна, вторая. Дай столько. Помельче обратно в лунку, покрупнее на лед. Икра сыпется с нее, вот пузатую поймаешь, икра сыпется. Вот, меняю место дислокации. Рыба там навага задолбала. Пойду чуть-чуть еще подальше зайду. От того места, где сидел, сместился еще метров на 300 в мористе. Попробую здесь. Ух, тяжко, как тебя тянуть. Что такое-то? Подсек, наверное, хорошую наважину. А то и... О, зубарь. Хо.
Вчера, говорит, хорошо зубарь клевал. Сегодня вот что-то его опять нету. Куда-то ушел. У меня были предположения, что он с этого района уйдет. Но куда, в какую сторону, вот этого не было. Ну, на ваге больше. Вот такие красавцы. Зелененькие и пахнущие огурчиком. Ох ты, была поклевка зубаря. Прозевал. А вот это была поклевка на ваге. Вот такие тут буйраки. Просто все переломано, весь лед, торосы. Но люди сидят там, что-то еще таскают потихонечку. Кто-то вообще далеко туда ушлепал. Ну, поляны здесь есть. Лед вот толщины 30 сантиметров где-то. Переломанный. Народ уже разъехался весь. Ну и как весь, много. Было вообще полным-полно. Рыбалка сегодня так, скучная. С утра навага задолбала. Но к вечеру и зубарик перестал клевать. Так, около сотни поймал. Все зашевелились что-то. Только я что-то стою. Хорошенький. Ну вот, сейчас покажу улов мой. Вот, на ваге поймал. Как ее показать-то? Пол пакета набрал хорошенькой крупной. Ну и зубаря тоже пол пакета. Точно сколько не скажу, ну под сотню наверное взял. Конечно, я не на то место сразу пошел, но ничего, нормально. Ловил я в основном, вчера связал вот такие вот крючочки. На них неплохо зубарь хорошо клевал. Темные, салатовые. Сейчас покажу торосы, какие тут. Получается, рыба была вот в той стороне, а я ушел совсем в другую, вот туда. Все, кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока.